Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кеша, и я, как и прежде, живу вместе с собакой на диване. Сейчас я вам расскажу, какая охуительная история произошла со мной, когда я был в отпуске. В отпуске я, конечно же, активно гнал самогон. И вот в один прекрасный день я решил поставить сразу 5 перегонов. То есть изначально я делал первый перегон, у меня бродильная емкость на 30 литров, а перегонный куб только на 14, то есть мне нужно 2 перегона ставить на первый раз, потом фильтрация через угольный фильтр, второй перегон, потом я еще зачем-то замутил третий перегон. Короче, за день я делал 5 перегонов. Сам я, конечно же, был поддатый, потому что дурак я, что ли, трезвым в отпуске сидеть. И вот, значит, на 5-м перегоне я уж совсем запарился. Пошел мыть тут ведра, кастрюли, которые, естественно, используются при всем этом процессе. Отвлекся буквально, ну, минут на 5, на 8. И вовремя не включил воду. Что произошло? А все очень резко тут пыхнуло. Вот этот конденсат спиртовой попало на вот этот шкафчик, вот сюда. И что самое главное, сразу полыхнуло, поскольку, сами понимаете, это же все не дерево, а ДСП, просто обклеенное таким пластиковым подкрытием, сделанным под дерево. Я, значит, из ванной прибегаю, а здесь уже все горит, все полыхает. Я бегом за водой, быстренько все это потушил. Ну, все обошлось. Но, естественно, покрытие полностью было испорчено. Поэтому вот эти конкретно шкафчики я перекрасил. Не знаю, насколько это видно на видео. Вот можете видеть, вот эта дверца, она отличается по цвету, чем все остальные. Но в перспективе, я думаю, ее тоже ободрать и перекрасить, чтобы уже все было в один тон. В общем, ребятушки, если занимаетесь самогоноварением, будьте весьма и весьма внимательны. Все это может быть пожароопасно. Не отвлекайтесь ни на минуту. Будьте бдительны, следите за своим агрегатом. Ну и, как сами понимаете, подобные мелочи меня не останавливают, потому как процесс по-прежнему идет. Мою волю не сломать, гнал, гоню и буду гнать. Я буду долго гнать свой самогон по бутылям и банкам разолью. Махну стакан, потом махну другой, ведь лишь его я с наслаждением пью. Махну стакан, потом махну другой, ведь лишь его я с наслаждением пью. Ля-ля-ля-ля-ля, 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 ля-ля, ля-ля. Ваше здоровье!